Во Владимирском центре классической музыки впервые выступит сын известного российского дирижера Валерия Гергиева, 17-летний Абисал Гергиев. Он начал обучаться музыке в 4 года. В 2006 году поступил в Санкт-Петербургский музыкальный лицей Комитета по культуре. А в 2012 году в среднюю специальную музыкальную школу Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. На данный момент обучается под руководством Александра Сандлера. Принимает активное участие в детских музыкальных проектах Мариинского театра. Абисал отметил, что приехал во Владимир по совету друга семьи Дениса Мацуева. 19 декабря талантливый пианист исполнит концерт для фортепиано с оркестром Александра Скрябина. Мне нужно было вот месяца 2,5 назад выбирать концерт, чтобы сыграть концерт на Лигах пианизма. И мы с моим профессором выбрали этот концерт Скрябина, потому что он сказал, что ему кажется, что я его могу хорошо сыграть. Вот, а сам концерт красивый очень. Скрябин молодой был, когда его писал, и под влиянием Шопена еще. Так что похоже на два его концерта, на два концерта Шопена этот концерт. Юный музыкант сыграет совместно с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром Артема Маркина. В этот же вечер по просьбам владимирских слушателей наши музыканты дополнительно сыграют сюиту из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Зал мне понравился очень. Рояль тоже. Приятный звук. Чуть-чуть глуховат, совсем чуть-чуть, но звук очень приятный. Вот поэтому все классно. Только что порепетировали. Отлично. Вот приезд сына Валерия Абисаловича, да, такого талантливого молодого музыканта, я думаю, что это еще дальнейший шаг на пути укрепления отношений и Владимира, и глобального Владимира Санкт-Петербурга, и Владимирской области, Центра классической музыки, Мариинского театра, и каких-то какой-то личной дружбы, личных связей, вот потому что мне что-то подсказывает, что этот молодой человек, замечательный пианист Абисал Гергиев, у нас не последний раз. А 26 декабря Абисал Гергиев выступит с этой же программой на конкурсе Лиги пианизма в Санкт-Петербурге. Мария Котлярова, Виталий Сергеев, Губерния 33.